Привет, ребят, меня зовут Лена, вы на моем канале, и сегодня я вам расскажу, как арендовать квартиру в Будве, покажу квартиру, которую мы арендовали, и расскажу, сколько она стоила. Погнали! Ребят, хочу вам показать квартиру так, как мы увидели ее, когда сразу зашли. Так, заходим. Вот так сразу выглядит квартира. Так, начнем давайте вот с кухонного уголка. Вот так он выглядит. Что у нас тут есть сразу? Вот это у нас холодильник. Небольшой холодильник, маленькая морозилочка. Раковина. Штучка для мытой посуды. Так, что у нас тут? У нас тут такая вот полочка для посуды. Практически вся посуда это здесь была, за исключением нескольких чашечек и пару тарелочек. Так, микроволновая печь. Чайник это мы купили. Вот такие три полочки. Так, еще полочки. Полочки. Так, комфорка. Тут на две кастрюльки. Электрическая. Вот такая вот электрическая духовка. Тоже шкафчики, шкафчики. Ну, тут для ножей. Тут для всякого барахла. А тут всякие вкусняшки. Также тут у нас есть посудомоечная машина. Здесь мусорник. А здесь тоже всякие кастрюльки. Так, идем дальше. Вот такой вот стол с четырьмя стульями. Четвертый стул. Вот он. На каждом стуле были вот такие мягкушки. Но мы их убрали. Точнее, кто-то сидит. Я люблю на мякушках сидеть, а Доминик с Мишей нет. Вот. Так, что у нас дальше? Вот такой вот диван, он раскладывается, очень большой становится. В принципе, два человека спокойно на нем могут поспать. С этой стороны у нас телевизор. Xbox, это наш Xbox. В принципе, здесь был телевизор и вот эта вот тумбочка. Ну и, конечно же, вот интернет. Еще раз, вот так вот выглядит зал, стол и кухонный уголок. Да, еще забыла сказать, тут на входе у нас сразу стоит стиральная машинка, что, конечно, мне кажется, очень неудобно. Так, ребят, сейчас мы зайдем с вами в спальню. Посмотрим, что у нас в спальне. Так. Ну, естественно, двуспальная кровать. Вот там кондиционер. Вот тут такое красивое дерево с сердечками. Вот этот столик стоял в зале. Ну, Доминик себе его конфисковал. Что у нас с этой стороны? У нас тут шкаф, на котором наложена куча там наших коробочек. Шкаф небольшой. Так вот вещи висят. Так, ребят, ну, посмотрели спальню, пойдемте с вами сходим на балкончик. Идем на балкон. Вот такой у нас балкон, сушилка для белья и вот такой вид с балкона. И вот там вот внизу. С
сегодня 13 апреля, если кому-то интересно. Вот такая вот погодка. Плюс, по-моему, 16 или 17 градусов. Последние дни был дождь, так что чуть-чуть прохладно. Ну все, заходим внутрь. И осталась последняя комната, которую мы не посмотрели. Это ванная комната. Пошли. Все, пошли смотреть ванную комнату. Вот такая она. Когда мы заходим, сразу видим туалет, раковина. Тут у нас вся косметика лежит. Такая вот стоечка тут была. Привет, это я. Так. Плиточка такая белая. И мне тут очень нравится вот такая душевая стеклянная кабина. Дела очень-очень люблю. Вот, ну, в общем, в принципе, вот такая вот ванная. Вот входная дверь. Так, ну что, ребята, я вам показала нашу квартиру. Сейчас я вам расскажу, почем мы арендовали, где и как. Квартира нам это обходится 250 евро вне сезон, потому что цены в сезон очень меняются. Это апарты. В апартах в не сезон вы можете снять квартиру вот так вот где-то за 200-300 евро. А потом в сезон это с 15 мая по 15 сентября. Эта квартира будет сдаваться где-то по 25 евро в сутки и дойдет до максимума своего где-то в июле, она будет сдаваться по 70 евро в сутки. Поэтому мы скоро будем переезжать в новую квартиру, которая будет сдаваться сразу на год. Вот. Но если вы приезжаете в не сезон, то тут куча апартов, которые стоят пустые, которые вне сезон никому не нужны. Как мы его нашли? Мы зашли на вот этот форум на Фейсбуке, вот на вот этот, и там было куча предложений от русскоговорящих, от местных жителей, от местных агентств, которые предлагают кучу квартир. Мы просто списались с ними, ничего не платили, просто устно договорились, что мы 16 октября приезжаем в Будву. Нам даже организовали трансфер, который стоил 20 евро. Вот, так что на этом форуме не бойтесь, пишите, там реальные квартиры. И самое главное, что мы приехали, нам сначала показали эту квартиру, также еще не брав с нас никаких денег. Мы ее обсмотрели вживую. Все нам, в принципе, понравилось, устроило, и мы пошли в агентство заполнять договор купли-продажи, договор аренды. И через 15 минут мы заехали уже в эту квартиру, и вот сейчас апрель, мы еще все в ней живем, но скоро будет переезд, поэтому я вам показываю этот весь рум-тур. Вот, и в принципе... Вот это и все. То есть заходите на форум, пишите людям, вам будут очень-очень рады, предложат еще куча других вариантов. Дороже 250, ну если вы не снимаете, конечно, двух или трех комнат, но мы просто снимаем. Ну это вообще считается, как у нас в России, двухкомнатная квартира, потому что там кухня, зал и спальня, да? Просто кухня никак не отделена от зала. Вот. И сейчас бы я хотела вам рассказать о моментах, на которые стоит обращать внимание. Первый момент, с которым я не сталкивалась в России, это плесень. Тут очень такая большая влажность зимой. Кондиционер, который тут есть, он, скорее всего, справляется больше на летом, на то, чтобы охлаждать квартиру, а обогрев особо не работает, ну,
так, он был очень плохим, подогревалась квартира максимум до 21, до 22 градусов. На улице зимой здесь частые дожди, поэтому стоит, конечно, проветривать постоянно квартиру, но когда в квартире так холодно, хочется все окна, все закрыть. И мы столкнулись с тем, что очень быстро начинала там на потолке у нас организовываться плесень. Что мы сделали? Мы пошли в магазин и купили конвектор. И это было наше спасение, конечно. Один конвектор на 1000 мощностью на 1000 вольт стоит 60 евро. Нам одного вот так хватило, потому что когда получается у нас в двух комнатах стоят эти кондиционеры на обогрев. И получается мощность распределялась, и мы в одной комнате выключили, в другой комнате поставили конвектор, и стало все замечательно и круто, тепло в спальне, тепло в зале, и плесень, ну, просто, кстати, тут, наверное, специальное покрытие какое-то, может, антиплесневое или какое, мы просто ее стерли тряпочкой, и, в принципе, все стало чисто. Так что или проветривайте каждый день постоянно помещение, или вот как мы конвекторами сушили воздух, чтобы было тепло, уютно и хорошо. А второе, на что бы я обратила внимание, это полы. У нас они керамические, как вы сами понимаете, когда на улице прохладно, даже если это 9-8 градусов тепла, хочется ходить по теплому полу, так что старайтесь искать квартиры с деревянными полами или там паркетом или ламинатом, вот, ну или полы с подогревом или с коврами. В общем, у нас тут просто пустой керамический пол, на котором было не очень комфортно ходить. Так, третье, по поводу чего я бы хотела сказать, это коммунальные платежи. Так, они будут у вас составлять, если вы постоянно будете обогреваться, если, конечно, вы не собираетесь мерзнуть, примерно 150 евро в месяц. Вот у нас за электричество мы платим 90 евро, 24 евро стоит интернет, и там разбрасывается уже на мусор, воду и там услуги по дому. В феврале, кстати, так как, я не знаю, мы вообще не выключали, был самый холодный месяц, мы заплатили за февраль 205 евро за коммунальные. Так что это было, конечно, для нас неожиданностью, когда нам показали этот счет, буквально, что он был практически как счет за квартиру. Ну, что делать, пришлось заплатить. Вот. Ну, естественно, сейчас весной счет будет меньше. Опять же, будет не меньше где-то 110-120 евро за месяц. Так, ребят, а сейчас мы с вами пойдем посмотрим еще подъезд, лифт и как выглядит сам дом снаружи. Пошли. Так, сейчас оденем кроссовки и пойдем смотреть подъезд. Выходим. Так, ребят, ну вот такой вот подъезд. Такие полы. Сейчас пойдем вызовем лифт. Посмотрим, как он выглядит снаружи. Все, заходим. Нажимаем кнопочку 0. Все. Сейчас выйдем, переделаем дорогу на ту сторону. И посмотрим на наш дом внешне. Все, выходим из подъезда. Так, ребят, ну что, мы перешли дорогу. Вот наш дом. Вот там мы живем. Комплекс называется Виктория. Ну, я считаю, очень даже милое, неплохое здание. Все, ребят, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Надеюсь, это видео было для вас полезным и нужным. Пока-пока, ребят. Целую.